каша с тыквой начинается с цветка. Пчелки помогают аккуратно. Будет тыква яркая и сладка, для употребления приятно. А помощник мой всегда со мной. Урожай не даст он потерять. Хорошо у нас сегодня выходной, будем все бабусе доверять. Урожай давно собрали хором, надо обработать не спеша, и внучата с ангельским задором с ложки кормят кашей малыша. Каша с тыквой мне давно по вкусу, силы придает на целый день, полезно старику и карапузу, тыкву нам выращивать не лень.